В Севастополе ведут трехнедельный особый противопожарный режим. Он будет действовать с 1 мая на территории 16 населенных пунктов, а также в лесах и прилегающих к ним территориях. Постановление приняли на внеочередном заседании правительства Севастополя. По словам исполняющего обязанности директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, это связано с увеличением возгораний на открытых территориях и установившейся сухой погодой. Во время действия особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить костры. Штрафы за нарушение могут достигать 1 миллиона рублей.